В Югре в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обустроили более 5 километров линий наружного освещения. Как сообщает Департамент дорожного хозяйства Югры, безопаснее и светлее стала автодорога Нижняя Тавда, Междуреченский, вблизи Куминского в Кандинском районе. На участке протяженностью более 250 метров специалисты установили 10 новых опор освещения с энергосберегающими светодиодными светильниками. Такие же работы выполнены на подъезде к Советскому со стороны Зеленоборска. На 300-метровом участке обустроили 11 опор. Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения также выполнен на одной из основных транспортных артерий региона, на автодороге Нефтеюганск-Сургут, вблизи Барсова. Общая протяженность наружного электроосвещения составила почти 5 километров. Специалисты смонтировали 35 новых опор с 38 светильниками и модернизировали 44 опоры с установкой 50 светодиодных светильников.